Спасение, прими мой благодарный
пусть нас страдания угнетает, но которые наши мысли знают, нам открыть свои дороги опасны. Кто против нас? Сохраним сердца залог спасения и войдем в чертог, и пересредь хваленья воспоем. Нас добрый пастырь спас. Слава Богу! Священного Писания, где записаны такие слова. Первое послание Фессалоникийцам святого апостола Павла. Написано так. Первая глава, второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа. Перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе и со многими удостоверениями. Вы же знаете, какими мы были ради вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всем месте прошла слава о вере вашей, Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Слава нашему Господу! Сын Божий Иисус Христос, избавляющий нас от Божьего гнева, который грядет на всякую неправду человеком, которые сегодня на этой земле они заменяют истину ложью. Но Господь, Он когда-то обратил нас от ложных идолов к Богу живому, той вере во Христа Иисуса.
И апостол Павел писал Фессалоникийцам, говорит, что нам даже и рассказывать ни о чем не надо. Говорит, мы слышим об вашей вере, мы слышим о том, как вы со многими скорбями вы приняли то слово, и многие скорби пришлось вам претерпеть. И апостол Павел, он во многих посланиях обращался и говорил, что многими скорбями надлежит войти вам в Царствие Божие. Но претерпевая эти скорби на этой земле, мы сегодня есть блаженные люди, потому что наш Господь, Он с нами, и Он никогда не оставит нас. Даже если мать оставит грудное дитя, то Господь, Он не оставит нас. Слава нашему Господу! Апостол Павел писал в послании к евреям такие слова. Хотелось бы также зачитать их. Это заключительная глава. Послание к евреям, 13 глава. И он так писал, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. И здесь дальше написано так, 12 стих. То Иисус, чтобы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Слава нашему Господу, что Господь нам открывает, чтобы, знаете, мы в этом мире научались при содействии той благодати, чтобы никакие чуждые учения, они не обладали нами в этом мире. Потому что явилась благодать спасительная для всех людей, и она научающая, она научает. И апостол Павел писал когда-то Тимофею, он говорил так, что занимайся с ним постоянно, учением, потому что так делая, так поступая, ты спасешь себя и слушающих тебя. И знаете, есть большая опасность в этом мире. Мы живем на этой земле, мы здесь временные, мы здесь странники и пришельцы. И апостол Павел пишет так, что выйдя за стан, нося поругание. Господи, зачем нам поругание? Может, давай мы будем на этой земле ходить в чести, в почестях каких-то. Но апостол Павел говорит Духом Божиим, нося поругание его на этой земле, потому что так прошел Христос прежде нас. Знаете, там в небе будет утешение. Апостол Павел, он научал свой народ, он научал и евреев, говорил им, обращаясь в этом послании. Он писал и фессалоникийцам, что многие скорби ждут уверовавших в Иисуса Христа. Но Господь Иисус, Он в этих скорбях есть то утешение, есть та радость. Как написано в 8 главе послания к Коринфянам, говорит, во многих церквях, о македонских церквях прошла слава, что они с великими скорбями преизобилиют великой радостью. Там были большие скорби, но знаете, там было изобилие той радости, потому что Господь, Он утешал, Господь вел, Господь подкреплял. И я знаю, что сегодня Господь на этом месте также, и Он хочет нас укрепить. Я хотел бы, знаете, в этот день, так у меня с братом одним из них разговаривали, он говорит, моя, говорит, сестра закончила массу учебных заведений, много, говорит, у нее много разных корочек, но, говорит, она там научилась только как краситься у этого мира, подражать, говорит, не так нигде не работает по тем специальностям, то, знаете, есть большая опасность, чтобы когда начнется этот год, в тех учебных заведениях, каждый член церкви, тот, кто еще возможно, ну, чтобы показывали образец для тех людей, чтобы были той соли, чтобы не подражали, но чтобы, знаете, подражали Христу, подражали апостолу Павлу, как когда-то апостол Павел сказал, что подражайте мне, как я Христу. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в этом мире были той солью, были тем светом, потому что Христос написано так, что Он не меняется. Христос вовеки тот же. И чтобы, знаете, благодать Его, она в наших сердцах укрепляла нас, чтобы она утешала нас, чтобы она вела нас по этому жизненному пути. Пусть Господь благословит нас, поможет нам всегда поступать по правде. Меняется этот мир, он все больше развращается. Меняются люди, но Христос, Он остается тот же. И Бог избрал немудрое, ничего не значащее, для того, чтобы посрамить значащее, и когда-то сказал такие слова, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Пусть Господь поможет нам не искать того, что высоко у людей, чего сегодня ищет этот мир, но искать того, что у Бога высоко. Оно лежит очень низко, это надо наклониться, надо смириться, надо носить поругание Христа, возможно, где-то. Но Господь потом даст вечное воздаяние тем, которые останутся верными Ему и пронесут Слово правды, Слово истины через всю жизнь. И Господь потом даст
награду. Пусть Господь благословит и поможет каждому из нас. Ему за все слава. Аминь. Мимо каждый проходил Христос. На все вопросы первой Он ответил. Я шучу в глаза Его Отцов. Говорю с Ним. Женщина склонилась низко, слова слетали тихо с уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымолвил ни слова Иисус. На три молитвы Он дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной досталось много света, другой чуть меньше, третьей ничего. Господь, как же так, мне непонятно. На молитву третьей промолчал. Любовь не может быть лицеприятной. Ты Бог любви, и Ты не отвечал. Иисус открыл мне то, что тайна была. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь совершать. Должны откликнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душою первой, недолго говорить, смотреть в глаза. Душе второй еще нужна опора. Но вера этой женщины сильна, достаточно ей любящего взора. Я знаю, что поймет меня она, но иногда гнетут ее сомнения. Когда услышит грозный бой и шум, и необходимо подкрепление, душе второй на помощь, а третья много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой между нами нет. И дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через школу испытаний. Я труд любой доверить ей могу. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смутится. И в час нелегким духом не пойдет. Но будет верить. Верить и молиться, ни слов, ни взгляда моего не ждет. До третья знаю, что я с нею буду, до вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов. Несет благословение она, и тот, кто стал однажды Божьим чадом, научится мне доверять сполна. И ты доверься мне, сказал Спаситель, когда я говорю, когда молчу. О мой Господь, мой пастырь, мой учитель, я поняла, я третий был хочу. Аминь. Слава. Я рядом подумал.
слезы в глазах я увижу. Thank you.
слава. Идите вперед бодрей, искупленный народ. Пускай и мрак темнее, и вечер настает. Пускай в стране драконов весьма опасно же. Молитесь ежечас, чтоб битве победить. Возврата нет, Богом, не быть пути назад. Идем к Отцу Благому, небесный стольный храм. Уж близок встречи час, узрим сиянье славы того, кто жертвой правой нас искупил и спас. Долине смертной тихой, тернистой кузовой, без страха и сомнений, пойдем, друзья, вперед. Не верю, места нет, Христос в любви могучей рассеет вас на тучи и засияет свет. Друг другу помогайте, свершайте трудный путь, пусть всем любовь святая переполняет груз. Не ссорьтесь, дети дня, идут незримо рядом небесные отряды, нас миром осенят. От долгого хождения колени задрожат, и близок ты к падению, мой малодушный брат. Взгляни, уж цель видна, недолг день страданий, в конце минет желаний, небесная страна. Еще чуть-чуть осталось, и кончен будет путь, прочь отгоняй усталость. До смерти верным будь, как тяжкий сон пустой, забудем лихолеть, войдя в страну бессмертия, небесный красный. Поэтому бодрей, без устали вперед, стряхнем с души скорее грехов тяжелый гнет, отвергнул мир страстей, пойдем без колебаний, дорога испытаний, послед царю царей. Також цю річ, про яку говорити, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. Для кожного з нас, я думаю, ці події, які переживав ізраїльський народ тоді, коли пішли вони, вийшли з єгипетського рабства, пішли в пустиню. І тоді, коли Мойсей проводив ізраїльський народ по цій пустині, наставали різні моменти в його житті. Було таке, що люди бажали його там зло йому заподіяти, ті люди повставали проти нього, ті там, поки його не було, там робили ідолів, поклонялися їм.
одні те робили, другі те робили. І в кінці кінців Мойсей там декілька разів, він, Господь говорить, що цей народ сильно грішить. Каже, я цей народ винищу, а від тебе, від твоїх дітей знову піде народ, новий народ, який я створю, який буде мене слухати. Але Мойсей після так чергового покаяння ізраїльського народу звертається до Господа і каже, як я зачитав в цьому місці, що каже, Господи, якщо ти вибрав нас, то ми бажаємо, щоб ти йшов разом з нами. Ми бажаємо, щоб ти, якщо нас вивів, то йди разом з нами. Якщо ти не підеш, то не виводь нас звідти. Тому що, якщо ти не підеш з нами, то куди ми підемо? За ким ми підемо, якщо тебе разом з нами не буде? І тут, в цьому розділі, такий діалог йде між Мойсеєм і Богом. Господь говорить, що якщо я піду в ізраїльський народ, то я, моя слава просто винищить їх. Вони не зможуть бути, тому що вони грішні люди. Я не можу своєю святістю бути там серед того народу, тому що ці люди просто в своїх гріхах вони загинуть. Але він говорить так, що каже, Мойсей до нього звертається, каже, ми бажаємо, щоб ти нас вирізнив від всіх народів, які навколо нас. Ми бажаємо, щоб ти пішов з нами і щоб ми були окремим народом, тому що ми є той народ, який ти вибрав. І знаєте, що Господь йому відповідає? Він каже, те, що ти бажаєш, я зроблю. Я вас вибрав, я вас зберу і відділю від всіх народів. Але він ще каже, це я зроблю, тому що ти знайшов милість в очах мої. Але такі останні слова він каже, я знаю на ім'я тебе. Якби кожному з нас Господь так сказав, що десь якісь скрутні обставини, можливо, так само, як Мойсей в тій пустині, навколо піски, народ ізраїльський стоїть, можливо, немає води, та гора Сінай десь рядом стоїть, нема ніде живих людей навколо, нема ніяких народів, стоїть такий ізраїльський народ в пустині, здається, нема нікого у них, нема нікого навколо них. Але Господь говорить, що я разом з нами, з вами, і він каже Мойсею, я знаю твоє ім'я. Я думаю, якби Господь кожному з нас сказав сьогодні ці слова, я знаю твоє ім'я, якби ми раділи, якби наше серце раділо тоді, коли б ми ще раз згадали про те, що Господь сказав, що я знаю твоє ім'я. Ми знаємо, що наші імена записані в книзі життя. І що вони там записані, то Господь знає точно наші імена, тому що Він їх своєю рукою записав, тому що Ісус Христос посадив на Голгофському хресті для того, щоб наші імена були там записані. Слава за це Богу! Ви знаєте, часто трапляється, ми від'їжджаємо із нашої церкви, можливо, місяць-другий, ми не буваємо в цих зібраннях, благословені Господом. І часто нам так трапляється, навколо нас також люди, зовсім інші обставини, не так, як Мойсею в пустині, зовсім інші обставини. І нам так здається, Господи, вже ж ми ж той народ, який ти вибрав, ми ж той народ, який ти ведеш своїм шляхом. Це ж ти нас вибрав. І ми вже говоримо, Господи, хай ми знайдемо милість в очах твоїх, Господи, зроби що-небудь, щоб ми відчули те, що ми є твій народ. А Господь говорить, так, ви просите в мене, але я знаю ваші імена. І цього, нам здається, цього повинно повністю бути достатньо, коли Господь в тій молитві ранковій чи вечірній молитві, чи можливо вночі, коли нам здається, що самотньо навколо нас нікого немає, так далеко наша церква, де б ми могли помолитися Господу, ми могли разом з народом Божим прославити Господа. Нам здається, Господи, що нам робити? Де ти є? А він говорить, так тихо в наше серце, твоє ім'я записане в книзі життя. Я знаю твоє ім'я. Слава Господу за це. Я думаю, для кожного з нас, в кожному серці є бажання, коли ми десь далеко знаходимося від Дому Божого, десь далеко знаходимося від церкви, і, можливо, нам здається, нам здавалося раніше, що тільки в Домі Божому звучить якось по-іншому наша молитва. Але тепер я відчув, що там, де народ Господній, то там та молитва звучить. Не там, де стіни навколо, але там, де зібрані живі душі, які служать Господу. Там є та молитва сильна, є молитва праведників, яка може багато чого робити. Там є Господь, який приходить, там, де зібрані двоє чи троє ім'я Його. Я знаю, що на цьому місці він разом з нами. І хай це зібрання для кожного з нас, можливо, і студентів, чи учнів, де б ми не були, що б ми не робили. Хай коли наше серце десь униває, чи нам здається, що, Господи, вже ж ти ж нас вибрав, але де ти є? Ми не бачимо тебе. Мойсей, можливо, бачив той стовп огняний чи хмару, то бачив в день стовп огняний, вночі він бачив. Можливо, скинія та стояла за станом і бачив Мойсей, як Господь говорив до нього. Але ми, можливо, в наш час не бачимо цього. Нам здається, Господи, де ти? Прийди разом зі мною, скажи мені що-небудь, якось прийди, покажи мені що-небудь. Але Господь, можливо, в тій молитві скаже, я знаю твоє ім'я. І знаєте, як радіє серце тоді, коли ми відчуваємо те, що Господь знає наше ім'я.
можливо, люди, які навколо нас, вони не знають нашого імені. Господь, вони не знають, що є в нашому серці, вони не знають наше життя. Але Господь це знає, і слава йому за це, тому що це його право і це його милість до кожного з нас. І хай нас Господь благословить, що в будь-яких обставинах ми не забували, Господь знає наше ім'я. Тому що Він зробив все для того, щоб знати наше ім'я. Тому що Ісус Христос саме за мене і за тебе постраждав на Голосному Христі, щоб Господь знав наше ім'я. І хай в цьому буде прославлене Господнє ім'я, де б ми не були, що б ми не робили. І тільки Господь говорить в наше серце, я знаю твоє ім'я, щоб наше серце знову раділо, і знову ми відчували, що Господня милість над нами, що Господь нас веде, так як вив до цього часу, і Він нас доведе. Хай йому за це буде слава. Амінь. Любовь Христа вознесу.
Бог прощать, любви страдая за тебя. Бог спаситель и меня, приготовлю я всегда. Бог прощать, любви страдая за тебя. Когда кончится земной тернистый путь, и тогда ты дашь от бурни отдохнуть. И не будет сомкнуть дней, не отрёв слезу с очей своей любящей пронзённою рукой. И не будет сомкнуть дней, не отрёв слезу с очей своей любящей пронзённою Ведь у нас